первый фрагмент. Куакс, куакс, бэки-ки-кекс. Только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в оригинальной скалке. Понятно, дюймовочка. Дюймовочка, совершенно верно. Молодцы, узнали. Так, смотрим дальше, что это такое за сказка. Учитесь полтащиться ногами. Слушайте. Ну разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном? Молодцы! Ну я даже до конца не дочитала, вы уже все узнали. Молодцы! Золушка! Наша любимая Золушка. Так, а это что такое? И таким образом, вот, когда алфавит был весь разбит на буквы и можно было складывать слова, вот в такие матрицы, да, естественно, было значительно быстрее, можно было все это печатать. Вот, вот. И постепенно организовались такие целые фабрики, которые назывались типографией. То есть, а еще китайцы что у нас изобрели? Бумагу. Бумагу. А перед этим они на чем писали? На каких дощечках? На бамбуковых дощечках. Вот скажите, пожалуйста, первые книги чем отличались от наших книг, которые с двух сторон можно писать? Только на одной стороне, да? В чем была проблема, да? Заматывали. В наши времена ради бумаги люди вторгаются в природу и ради бумаги приходится рубить целые леса. Да, даже и если хотя бы один житель галактики сохранит хотя бы по листочку, да, спасем целый лес деревьев. Правильно, правильно. А поэтому очень